Новый надземный пешеходный переход появится в районе домов номер 25-26 по улице Олега Кошевого во Владивостоке. Его строят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная компания «Векторстрой» уже занимается заливкой опор будущего перехода. На противоположной стороне улицы готовят котлован. Балки подрядчик уже заказал, то есть там срок изготовления 2,5 месяца для избежания срыва сроков. Сразу после заключения контракта была заказана балка. Изготавливается на Находкинском судоремонтном заводе. Вот. Вчера в части производства работ, вчера подрядчик залил фундаменты опор и лестничных сходов. В дальнейшем будет произведен монтаж стоек, на которые будет монтироваться балка. После введения в эксплуатацию надземного перехода на улице Олега Кошевого планируют убрать светофор. Это поможет существенно разгрузить транспортные потоки, а сам новый переход будет комфортным для маломобильных граждан, тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Здесь будут установлены специальные лифты. Срок производства работ до октября. Вот, контроль производится независимой организацией, в том числе не только специалистами управления дорог, но и независимым строительным контролем. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году во Владивостоке будут капитально отремонтированы 15 улиц. Работы на большинстве участков идут полным ходом. Это не только ремонт дорожного полотна, но и обустройство тротуаров, остановок общественного транспорта и других объектов прилегающей инфраструктуры. Катерина Матвеева, новости на 8.